бұл отанды біз қормағанда кім қорғайды деді. Сіз статистикаңызда айттыңыз енді 90% ауылдың жастары келеді анау мынау деп. Мен осы уақытқа дейін қателесуім де мүмкін, бірақ бір министрдің баласы, әкімнің баласы әскерде жүр дегенді естімеймін. Осы заңның аясында жоғарғы лауазым тұлғалардың не өздерін не балаларын осы екі айлық әскери дайындыққа міндеттейтін норма қарастыруға бола ма? Вы знаете, я бы вот об этом, вы знаете, тот, кто направляет своих сыновей в армию, об этом не говорит. Патриота нужно быть здесь, а не на показуху. Я бы хотел пример привести. Бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Касымова, Галмухамед Нурмухамедович, моего бывшего командира. Его два родных племянника, он их сам привел ко мне за руки и отдал служить солдатами. Уважаемый сенатор, бывший председатель комитета сената парламента, господин Кулмухамед, его сын по окончанию престижной школы пошел служить солдатом срочной службы в десантно-штурмовую бригаду и сейчас курсант военного училища в Соединенных Штатах Америки. Разве это не пример? Ну, вы знаете, такую норму выделять сыновей министров, депутатов, нет смысла. Закон для всех один. Но как кто эту норму реализует, наверное, давайте спросим сами себя в первую очередь.